В Магадане продолжаются благостроительные работы. Чтобы сделать город более привлекательным и комфортным для проживания горожан, специалисты коммунальных служб прикладывают к этому серьезные усилия. Но работы ведутся не только в самом городе. Специалисты коммунальных служб не забывают и поселках Снежный, Уптар и Сокол. К примеру, на Соколе коммунальщики активно ведут благоустроительные работы. В частности, основная сила направлена на обустройство контейнерных площадок. Там долгие годы мусорные баки стояли хаотично на земле и без ограждений. Коммунальщики который день монтируют соответствующие площадки для складирования крупногабаритных отходов, согласно всем ГОСТов и нормативов. Сейчас, в данный момент, мы строим контейнерную площадку на 7 баков. Монтируем основание и дальше зашиваем все металлосайдингом. Эти работы сегодня вроде закончим, мы это все дело. И поедем на следующий объект, на Королева 21. По словам специалистов комбината зеленого хозяйства, на сегодняшний день ими установлено уже 22 контейнерных площадки. Еще столько же, согласно плану, будет сделано до конца ноября. Помимо этого, специалисты КЗХ занимаются сносом некапитальных строений, озеленительными работами, ремонтом лестниц и тротуарной плитки, а также наведением санитарно-эстетического порядка на территории муниципального образования «Город Магадан».